Свыше 40 тысяч машин проехали по Крымскому мосту за 3 дня после запуска движения. С небольшим перевесом автомобилей ездит больше из Краснодарского края в сторону республики. Это связано с началом туристического сезона. Люди целыми семьями отправляются в отпуск посмотреть исторические места Крыма. Да и сама переправа через Керченский пролив уже стала одной из главных достопримечательностей. С запуском движения время в пути между двумя берегами заметно сократилось. Доехать можно меньше, чем за 20 минут. А виды, которые открываются с Крымского моста, завораживают своей красотой. Ну а сегодня Первый канал покажет праздничный концерт в честь открытия Крымского моста. Выступление звезд российской эстрады смотрите в 12:10.